Турнир по синкеку, синкай, карате и показательные выступления спортсменов боевых искусств прошли в дальневосточной столице и собрали более сотни спортсменов и зрителей. Зрелищные поединки состоялись на выходных в спортивном комплексе «Динамо». Свою подготовку в карате демонстрировали совсем юные спортсмены, которым только исполнилось 4 года, и ребята постарше. Поддержать спортсменов пришли более сотни зрителей. Я рад всех нас поздравить с таким первым в этом году значимым мероприятием. Мне бы искренне хотелось поздравить родителей. Я убежден, что для вас это будет очень важный день. Я уверен, что для многих из ребят, которые сейчас находятся здесь, на татами, это будут первые соревнования. И болеть за них – огромная радость. Мне бы искренне хотелось, чтобы таких мероприятий в вашей жизни, в жизни ваших детей было больше. Айкидо, кендо, ашихара карате, ушу, синкеку синкай карате, джиу-джитсу, дзюдо и самбо. Эти федерации провели показательные выступления. А сразу после этого стартовали поединки по синкеку синкай карате. Среди участников юные спортсмены из Владивостока, Находки, Врангеля, Чикдамына, Хабаровска, Арсеньева, Белогорска, Алдана, Благовещенска, Дальнереченска, Краскина и Чернышевки. Поддержать маленьких спортсменов пришли также почетные гости. Министр спорта Приморья Жан Кузнецов, председатель Думы города Андрей Брик, представители ДВМП и Владивостокского морского порта, аэропорта Владивостока и других крупнейших организаций и предприятий.